fost în 120 de minute, ați dorit în 90 de minute sau nu contează deja cum ați câștigat? Deja normal că nu contează, principalul că am luat cupă și asta e tot. Multe emoții, pare bine că am luat cupă. Tu ai intrat pe parcursul partidei, ai înlocuit, cum crezi, e un fel de super sub decisiv în finală, e ceva, un moment istoric pentru tine? Da, normal, prima dată în finala cupii și am câștigat, vreau să ies pe parcursul meciului mai înainte, dar îmi pare bine că am ieșit și... Саш, останься, пожалуйста. Am marcat gol. E un sentiment special pentru tine că ai dat gol decisiv și ai dus cupa în fața. Vot de campion! Da, pentru mine asta, nu știu, n-am cuvinte cum să explic. În primul rând vreau să le mulțumesc spectatorilor care au venit din Bălți și ne-au susținut pe parcursul meciului și familiei mele care întotdeauna este alături de mine și întotdeauna întreabă cum ești pregătit, nu pregătit, moral, psihic. Le mulțumesc tare mult. И когда забил гол, как-то эмоции все равно у тебя сохранились, наверное, хорошие впечатления о Милсаме. Эмоции сдерживал, либо вообще никак? Не, я не думал о Милсаме, да, там раньше были очень хорошие моменты, когда я был в Милсаме, но сейчас уже совсем другие времена, я уже в родном городе своем, и для меня это, как сказать, большая честь для города, что выиграли клубы, все-таки первый раз в истории. Как будете праздновать? Ресторан, отдых, куда-то поедете? Пока не знаю ничего, сейчас посмотрим как. Ну, праздновать точно будем, потому что это вписали историю для Бельца. Сегодня было около 4000, как говорилось, болельщиков из Бельца по таким цифрам. Поддержка была на самом деле сумасшедшая для Зари здесь в Кишиневе. Как прокомментируешь ее? Я думаю, что поддержка, вот как была сегодня со стороны Бельца, если бы... Были вот такие стадионы в чемпионате на каждом это, то уровень чемпионата Молдавии намного вырос. Еще раз спасибо им, что приехали и болели за нас. Спасибо. Эту победу мы посвящаем городу Бельцы. Спасибо. Все, спасибо большое.